Всем привет! Сегодня хотел бы начать новый проект под названием из серии МАЗ-500, модель буду строить 509-ю, или как там, 504-й, 509-й, полноприводный который, потому что если будем строить заднеприводный, то толку он никакой на бездорожье не покажет, потому что резина лысая, и просто сзади два колеса будут грести. Вот, ничего такого супер выдающегося не получится. Только можно он дрифт-модель какую-нибудь замутить. Вот, поэтому будет 509-я. Но 509-й модель, я хотел, в принципе, самосвал, чуть-чуть поперепрыгнул. 509-я модель, у него стоит еще здесь запасное колесо перед бортом откидывающимся. Вот, я пока не знаю. Вот, мне хотелось как на обычном 500-м сделать кузов. Как говорится, тут мы еще посмотрим. Вот, а сейчас я вот себе напечатал несколько видов, размеры рамы. Вот, и сейчас будем изготавливать раму. За основу мы возьмем мосты ВПЛ. Строить будем на мостах от ВПЛ. Коробку возьмем или ВПЛовскую. Но она так себе, мне она не нравится, она очень плохая. Вот, хотелось бы мне на коробке от Фьюжи, по-моему, называется, потому что у нее 180-й мотор идет сразу в стоке, вот, и он такой редуктор более тяговитый, и все, и цена за вот эту коробку всего лишь там порядка 230 рублей было, сейчас может быть чуть-чуть подороже, вот, и соответственно мосты также где-то обходятся рублей 200, вот, потому что тут у меня в заднем металлическая шестеренка, а в переднем пластик. Вот, так что вот такой примерно расклад должен у нас получиться. В принципе, по чертежам общий размер есть. До первой оси есть, до передних колес размер. И до вторых тоже есть. Сейчас примерно прикидываем, что куда коробку поставить, чтобы карданов хватало. Наперед как бы кардан подходит, а задний карданчик придется поменять. Но у меня, в принципе, есть металлические, так что я думаю, что тут, в принципе, вот такая длина. Ну, либо штержень только вот поставим с фиксацией. Ну, должно хватить. Длина маза, как я сказал уже, вот, 509-го 6770. Вот он идет. Вот. Здесь у меня получается, что сама рама, она же покороче. Там свесы всякие на кузов, на все. 6541. Ну, короче, 408 миллиметров. У нас должна быть длина. 408. Там 70 где-то идет первая ось. И плюс 240. Плюс 240. Ну вот, примерно вот такая вот модель и получится. Вот они тут разложены. В принципе, должно карданчиков всего хватить. Но это, как говорится, разберемся. Еще потом посмотрим, допилим, коробку подвигаем. Как говорится, дело будет. Вот. Ну и сейчас пилим. Вот такой вот я взял алюминиевый профиль. Сейчас я как раз этот кусок распилю пополам, и мне его хватает туда-сюда, на две стороны. Колеса будем использовать от МЗ. Единственное, ступица у МЗ меньшего, большего диаметра, чем у ВПЛ. Но вы из предыдущих видео видели. Вот, но у МЗ сделано с этой стороны шестигранник, как раз который подходит. И нам для примерки будет удобно
втыкать сюда колеса. Сзади спарка, кстати, будет, как положено. Вот, чтобы нам примеряться. А потом напечатаю переходничок, вот этот как раз, миллиметровочку такую. И соберем. Вот, сзади будет спарка. Так что начинаем прикидывать. И что-то у нас будет вырисовываться. По кузову. Кузов я начал печатать. Кузов такой начал немножко грунтовать. Пробую всякие разные лайфхаки. Вот. Тут я уже немножко кабину подсобрал, но кабину мне придется перепечатывать. Либо просто обрежу и новую часть отпечатаю. Потому что мосты не построились и не протянул он здесь нормально пластик. Получились вот такие вот дыры. И вот здесь такая вот получилась морда. Что-то непонятное произошло или с настройками. Вот здесь какие-то пустоты вот пошли. Вот по контуру. Или надо было просто побольше заливку поставить. Но не суть. Как говорится, мне для образца сейчас он как раз подойдет для тестов. Вот, а потом можно и заново напечатать. Кабина сборная. Вот. Вот так это дело получается. Все у нас здесь скручивается. Передняя панель скручивается. Ну ладно, вот так вот для наброска вам показать. Давайте на заднем мосту покажу. Вот. Крылья. Вот так. Ну и короче, все прячется. Все становится. Ну сейчас будем пробовать. Просто сейчас ширина великовата. Будем сейчас пробовать немножко набрасывать. И попробуем закрепить мосты. Или хотя бы что-то прикинуть. Так что поехали. Вот такие два уголочка. Так, смотрим ширину. Сейчас пока колеса скину. Ширина у нас 54,4 должно получаться. Смотрим по центрам ВПЛовских мостов. 50. Наверное, будем исходить из коробки. Сейчас мы прикинем сюда вот коробку. Ну, в принципе, да, вот эту коробку устанавливаем. Получается 56, так как она входит пазами в раму входила. Так что у нас как раз 54,4 получится. Для образца пока возьмем эту коробку. Но я думаю, что потом мы ее вот эту отсюда удалим. Это немножко побольше. Ну, что-то придумаем, какой-то фиксатор и поставим потом. Так, размечаем, где должны быть мосты. Так, разметил. Сейчас для компоновки примерно прикину, где будет находиться коробка. Соберу, чтобы было просто легче держать всю эту конструкцию в руках. Так, продолжение по газончику потихонечку ставим. Как вы помните, база Mini MZ вот маловато немножечко, она в 18 масштабе, а мы строим в 16, и кузовок не подходит. Вот. Отдали мне вот такой кузовок. Не знаю, JJRC или что там. Вот. И он сюда встает хорошо. Ну, грубо говоря, практически. Но немножко длинноват. Не знаю, пока хочу покрасить, посмотреть, как будет так смотреться. Если нет, отпилю немножечко, да приклею, придвину. Так что сейчас
Попробую я установить его. В принципе, он вот так вот поднимается, вроде стоит. Вот. Чуть-чуть повыше надо будет сделать и прикрутить. Ширина прям идеально совпадает. Прям столько, сколько надо, выступает. Вот. Сейчас посмотрим, как нам ее закрепить. Вот здесь, наверное, мы сейчас просверлим. И попробуем наживить. Вот. Так. Тут у нас что-то болтается. Выскочили полы. Ну вот так вот это получается. О, ну, мне кажется, уже прям поинтереснее. Кстати, у них были тоже и, в принципе, кузова чуть подлиннее. Ну ладно, пока что вот так. Вот. Сюда еще будут у меня болтики. Вот тут заглушечка и все как положено. Ручки будут, остекление будет. Будет капот открываться. Так что вот такой вот аппаратик.